Уроженка Новочебоксарской, учащаяся московской школы самбо-70 Дарья Спиридонова в составе сборной страны завоевала серебро на Олимпиаде. С успешным выступлением нашу землячку поздравила глава Чувашии. В этом году право выступать на Олимпийских играх завоевала и лидер национальной сборной по маунтинбайку наша Ирина Калентьева. В настоящее время решается вопрос с поездкой в Рио-де-Жанейро российской паралимпийской сборной. Ситуацию нам прокомментировала депутат Государственного совета, олимпийская чемпионка Елена Николаева. Описать ту ситуацию моей жизни, моей практики, я даже не могла предполагать, что имидж нашей России могут таким образом подорвать. Потому что судьбы многих наших паралимпийцев будут это пережить, я даже не представляю, словами даже описать невозможно.